Александр Калкаван спрашивает. Какого футболиста не хватает Шахтерам? Вам помогает то, что главный тренер тоже из Румынии? Я не знаю, какие, если какие-то футболисты не хватает Шахтера, потому что все игроки, которые сейчас мы имеем, у них очень хорошие качества, хорошие игроки, они достойно играют, и именно с ними там мы нашли достаточно, и мы выиграли уже за 8 лет 6 чемпионства. И не буду сказать сейчас все трофеи, которые мы выиграли, их всего 14. Но я думаю, что все, которые сейчас находятся в Шахтере, игроки, которые не надо поменять и не надо ничего добавить, потому что мы уже давно играем вместе. Ну, конечно, есть какие-то игроки, которые мы покупаем, но это, в принципе, не влияет на нашу игру и на нашу философию, как мы думаем играть и как именно организацию игру. Что касается тренера, то, что тренер он, так же, как и я, это вообще, в принципе, не влияет никак на меня, ни в одной стороне, ни в другом. Потому что, во-первых, я приехал сюда 9 лет назад, когда еще не начал учиться, не был здесь, потом за год он приехал сюда, и он относится ко мне так же, как относится ко всем. И я думаю, что так и должно быть, потому что я такой же игрок, как и остальные, и, в принципе, никакое особенное отношение не ожидаю и не хочу. Еще один вопрос от Александра. Вы скучаете по родине, планируете вернуться и закончить карьеру на родине или нет? Ну, скучаю за родину, скучаю за родителей, за брата, там еще остались еще несколько друзей, за которые я скучаю, но сейчас у меня моя жизнь здесь, я привык здесь, мне нравится здесь. Раньше было намного тяжелее, но сейчас очень редко можно так сказать, что скучаю. Скучаю именно только за родителей, за друзья, а за родиной там сильно сейчас не скучаю, потому что сейчас чувствую, что моя родина здесь, моя половина украинка, мой ребенок родился здесь. Я думаю, что сейчас моя жизнь здесь и моя родина здесь. А так еще я планирую вообще заканчивать футбол в Донецком Шахтере. А что будет потом? Как жизнь будет показывать. Тёма Соболь спрашивает. Разом, как вы приняли молодежь и новичка команды Дэвича? И еще, чем вам нравится ФК «Шахтер»? Что вас привлекло в то время, когда вы подписывали контракт? Ребята, которые были на сборе, молодежь, я их хорошо знаю, они играют или Шахтер 2, Шахтер 3. Я думаю, что я их хорошо знаю, у меня с ним очень хорошие отношения. Есть как раз мы почти все время провели вместе, потому что пока ребята, которые на сборной были, они отсутствовали там, мы вместе были и очень хорошо провели время. Что меня привлекло в Шахтёре, это было, конечно, очень давно, 9 лет назад, когда я подписал контракт, они сказали, что меня привлекло то, что там у них был большой проект. И они, как они планировали, почти, кроме выигрывать Лигу Чемпионов, я думаю, что они все сделали, и это вместе со мной.
Я очень рад, что я выбрал ФК Шахтер, потому что, еще раз скажу, Шахтер мне дал все, что я ожидал от карьеры, что еще я хотел от карьеры получать. И я не то, что жалею, я очень рад, что я наоборот, я очень рад, что я выбрал ФК Шахтер, а не другая команда.